Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Анна и рубрика ТОП-10 каталога Oriflame. Сегодня посмотрим праздничный каталог, который приурочен к 8 марта. Это третий каталог, который будет действовать с 20 февраля по 11 марта. Он такой праздничный, красивый, романтичный, уже по-настоящему весенний. Если вы, как и я, ждете весну, с вас обязательно лайк и какой-нибудь весенний смайлик в комментариях. Посмотрим, сколько нас таких, ожидающих весну. И Oriflame, компания решила нас порадовать новым ароматом. И, конечно же, самая, наверное, романтичная, такая женственная линейка – это Love Potion. И в данном семействе пополнение появляется новый аромат, который называется Love Potion Essential Ruby. Вот так вот он выглядит. И основные ноты – это красные ягоды, рубиновый шоколад и кедр. Аромат цветочный, гурманский. 50 мл – высокая концентрация аромата. Я, в принципе, мне нравятся ароматы Love Potion, какие-то больше, какие-то меньше, но в целом я хорошо к этой линейке отношусь, и, конечно же, мне было интересно протестировать новый парфюм, каким он будет, но так как заказ я не делала, пробник, следовательно, я тоже не заказывала, но у меня есть каталог с ароматизированной страничкой. И вот, судя по пирамиде, которая здесь указана, мне аромат должен был бы, по идее, понравиться. И вчера я потерла страничку для того, чтобы ощутить аромат. И знаете, мне этот аромат понравился. Он мне вот прям очень понравился. С одной стороны, я здесь ощущаю красные ягоды, такие немножко терпкие, сладковатые, сочные, с легкой, может быть, кислинкой. Ну, то есть вот эта вот терпкость ягодная, да. Но сладость рубинового шоколада, ну, что такое рубиновый шоколад, да? Это шоколад, по вкусу очень похожий на белый шоколад, но все-таки с такими ягодными нотками, да. И вот эта мягкость, чего тут кедра, да, древесный шлейф прям здорово звучит, здорово ложится. И этот аромат мы с вами можем приобрести за 1199 рублей всего лишь, если возьмем два аромата линейки Love Potion. То есть мы можем выбрать любые два аромата. В акции участвует новинка Ruby. В акции участвует Love Potion Secrets. Это белый аромат с белыми цветами, белым шоколадом и белой клубникой. И, конечно же, классический Love Potion. Это шоколад, имбирь и цветки какао. Как выглядит упаковка, да, как выглядит сам флакон, вот так, как капля любовного эликсира, как капли любовного зелья. А еще этот флакон напоминает мне шпильку на женской туфельке. И, конечно же, флаконы оригинальные, красивые, главное держать их подальше от детей, потому что это опасно. И у меня в руках вы сейчас видите лимитированный выпуск Love Potion, это Midnight Wish. Пожалуй, это самый любимый мой аромат из данного семейства. Он как-то перед Новым годом выходил, и он мне очень нравится. Здесь, знаете, такая пьяная вишенка, шоколад, терпкость, достаточно такой тяжелый, глубокий аромат, но он невероятно притягательный, манящий. Ну, в общем-то, как и все ароматы Love Potion. В общем, вот так будет выглядеть флакон. Ну, похоже, да, они все, так скажем, однотипные, но цвет флакона немножко отличается. У меня есть миниатюрка классического Love Potion, вот такая вот малютка, потому что, ну, полноразмерный флакон как-то мне вот не захотелось брать. Видите, я и миниатюркой-то не шибко пользуюсь, поэтому, ну, не совсем, ну, не совсем мое иногда, да, по настроению, но он для меня все-таки сладковатый. Вот Midnight Wish больше как-то мне к душе. Ну, а вот этот аромат розовый я вчера специально еще раз достала пробник. Он невероятно очаровательный, он невероятно женственный, такой кокетливый, весенний, нежный. Но вот
сладковат. Но вот опять же, сладковат для меня, не знаю. Я вот уже про покупку полноразмерного флакона думаю, как бы и цена доступная, да. Но с другой стороны, мне уже эти парфюмы ставить некуда, просто я... А вот такую вот гигантскую коробку еще я просто уже не знаю, куда ставить. Я вот смотрю, у меня все заставлено, у меня парфюмы уже стоят просто один на другом, уже лестницей. И я не знаю, то есть брать или не брать, вот в чем вопрос. И, пожалуйста, поделитесь отзывами, кто смог приобрести вот эту вот новинку Руби в пробнике, как вообще вам понравилось, не понравилось, как звучит. Ну вот со странички мне очень понравился данный аромат, прям такой классный. Я считаю, что, знаете, как новинку могли бы и просто за 1200 продавать. Ну или там при покупке по каталогу там на 1000, там на 2000, да. Ну, здесь акция, согласитесь, не для всех, да, может быть, для тех, кто распространяет, там, продажами занимается, да, а вот как бы, если ты только себе заказываешь, ну, тут уже большой вопрос, надо искать себе товарища по команде, чтобы два парфюма заказывать, да. Следующее, конечно же, на что я обратила внимание и на что вам рекомендую обратить внимание, это лимитированная коллекция к 8 марта. Традиционно у нас выходит гель для душа, кусковое мыло вот такое красивое в форме розочки и крем для рук. Мне кажется, что зря тут не сделали ароматизированную страничку, потому что было бы интересно попробовать. Но, как здесь у нас написано, свежий цветочно-зеленый аромат. Прошлогодняя лимитка мне очень понравилась, которая пахла стиральным порошком. Вот это, думаю, я люблю зеленые ароматы, поэтому, может быть, тоже будет моя история. Но если я буду делать заказ по этому каталогу, то обязательно вот такой наборчик возьму и себе, и на подарок. 369 рублей всего лишь, выгодная цена. Что тут у нас? Крем для рук. Какого объема? А, не написано. Тут можно взять вот по одному продукту. Взять нельзя. Можно купить сразу набором. Но тут, наверное, 75 мл крем для рук, 250 мл гель для душа. Я думаю, что как обычно. Поэтому пишите, будете ли вы заказывать. Но вот зря они не сделали ароматизированную страничку на самом деле. Потому что часто, да, как мы с вами заказываем. Ой, мне не надо. Потом потерла страничку, такая, надо, я без этого запаха жить не смогу, мне точно надо, поэтому зря. Так же, как зря они проароматизировали вот такую страничку. Это тоже лимитка. К Дню всех влюбленных выходили эти два продукта. Это кусковое мыло и крем для рук с ароматом вишни и цветов, может быть, вишневого дерева, не знаю, я тоже не пробовала. Но, опять же, если буду делать заказ по этому каталогу, обязательно за 219 рублей два продукта я себе приобрету, потому что мыло в Oriflame всегда хорошее, оно не раскисает, и я люблю, знаете, для разнообразия какие-нибудь такие фигурные кусочки класть в мыльницу. Ну и плюс кремы для рук, как правило, они достаточно такие легкие и оптимальные для дневного применения. Или на ночь можно использовать, если нет каких-то, ну, особых проблем с сухостью рук, там, с шелушением, раздражением и так далее. Но я думаю, что вот эти продукты уже многие успели заказать и попробовать из моих зрителей. Поэтому точно жду вас в комментариях с отзывами, чем пахнет, как по текстуре, ну и так далее. Следующее, на что обращаю ваше внимание, я знаю, что многие ждали и таки дождались, рефил жидкого мыла Essence & Co. И здорово, что сделали рефил мыла, которое любят очень-очень многие. Это мыло с лимоном и вербеной. Прекрасный зелено-цитрусовый, сочный, невероятно натуральный, такой искристый, драйвовый аромат, кисленький, ну, прям крутой. И вот смотрите, мыло у нас здесь стоит 300 мл, 659 рублей, но я считаю, это какая-то... Ну, неоправданно высокая цена для мыла, опять же, это мое мнение, да, а вот рефил за 300 рублей вообще нормально. В конце концов, если у вас нет упаковки от мыла Essence & Co, можно в любой другой дозатор перелить и наслаждаться качеством и ароматом мыла Essence & Co, но только как бы в два с лишним раза дешевле. Вообще линейка Essence & Co, она хорошая. У меня было жидкое мыло, но из другой линейки.
У меня есть лосьон для рук и тела. Линейка отличная, линейка действительно хорошая, качественная. Она не просто, там вот мыло не просто моет руки, но и увлажняет их, дарит прекрасный аромат. Это мыло можно использовать не только для мытья рук, но и для мытья всего тела. Конечно, круто, что придумали рефил, можно сэкономить. И опять же, аромат, я знаю, многие любят именно этот. Напишите, какой ваш любимый аромат в линеечке Essence & Co. Но я думаю, что вот этот оптимальный выбор на весну, лето прям классно. Следующее, на что, конечно же, я обращаю ваше внимание, это скидка 60% на питательную маску для рук «Шведский спа». Сколько у нас тут? 229 рублей получается цена. И у меня есть такая маска в использовании. Вы видите, прям в использовании на самом деле. И я ей пользуюсь с удовольствием. Конечно же, это не дневное применение. Ну или дневное применение, если вы там ляжете книжку почитать, например, да, или там поспать, ну или посидеть, посмотреть телевизор как вариант, да. Но вообще я использую этот продукт на ночь. Он у меня стоит на столе, и когда я вот иду спать, я уже в спальне непосредственно этот продукт наношу и ложусь, потому что консистенция здесь действительно такая плотная, знаете, сливочная, прям такая плотно сливочная, сметана, я бы даже сказала, невероятно приятный аромат морской воды, соли, свежести, каких-то водорослей, ну, в общем, как у всей линейки «Шведский спа». И вот эта маска для рук, это не просто крем для рук, действительно, эта маска, она не оставляет жирной пленки, липкости на руках, она очень круто впитывается, и после нее пролонгированный эффект напитанной, восстановленной, увлажненной кожи. Это очень здорово, особенно в период зимы. Сейчас опять морозы у нас, и кожа рук, конечно же, страдает. Потому что даже в рукавицах руки мерзнут, потому что когда ты идешь там из магазина в магазин, да, ты можешь рукавицы забыть надеть или еще что-то, там тебе кто-то позвонил, ты достаешь телефон, и, в общем, ну, вы меня поняли. Руки страдают, нужно их дополнительно питать, увлажнять. У меня зимой чаще появляются как раз вот эти заусенцы, кутикула какая-то страшная. Поэтому, да, масочка для рук лишней не будет. А если у вас есть еще и такие специальные тканевые перчатки, то наносите эту маску толстым слоем, надевайте сверху перчатки, чтобы не замарать свое постельное белье, и будет такая спа-процедура у вас на дому. Следующее, что я вам хочу показать, если вы в новогоднем каталоге пожалели на себя денег и потратили всю зарплату на новогодний стол и подарки для родных и близких, то сейчас самое время сделать подарок себе, потому что в каталоге я, честно, думала, что этих наборов уже не будет, но они опять есть. И это наборчик вот такой вот Divine за 1699 рублей. Честно говоря, не помню, сколько стоили эти наборы в новогодних каталогах, но я считаю, что это нормальная цена, 1700, и Eclat Femme. Что входит в состав этих наборов? Ну, во-первых, красивая подарочная коробка, которая упакована в слюду. Я видела эти подарочные наборы на пункте выдачи. Там заказывали, ну, сама владелица, там девочки, кто у нее работают. Ну и на стенд там поставили красиво, чтобы это все стояло, чтобы это мы все могли, покупатели, так скажем, да, потрогать, пощупать, там понюхать. Смотрится очень классно. Ну, я была бы рада, если бы мне такое подарили, по крайней мере. Здесь у нас в составе набора подарочная упаковка, полноразмерный флакон парфюма, без коробки дополнительной, и крем для рук, который идет в формате 75 мл, и отдельно вы его не можете купить, он продается только в наборе. Ну, Eclat Femme подарочный набор, это жасмин, сандал и мандарин, просто классика, вот классика, классическая классика, да, это аромат, который очень похож на Jadot от Dior, это аромат настоящей женщины, и мне он очень нравится, он очень-очень приятный, он такой, может быть, вечерний, больше зимний,
но он прям действительно создает настроение, и когда вдыхаешь этот аромат, да, хочется ощущать себя, ну, роскошной, да, хочется вечернее платье, хочется каблук, хочется, не знаю, какую-то одежду, которая подчеркивает фигуру, ну, в общем, вот такое вот у меня настроение появляется, когда я вдыхаю этот аромат. А парфюм Divine, это у нас сандал, фиалка, лилия, фрезия, это аромат тоже очень, ну, наверное, такой статный, сильный, красивый женщины, но для меня он более летящий, более летний, более подиумный. И я, вот я еще раз говорю, я ощущаю себя в этом парфюме действительно такой красивой, да, что мне вслед оборачиваются. На самом деле это так, и прекрасный аромат, и он у меня ассоциируется, да, я уже говорила об этом. Вот кто смотрел сериал «Зачарованные», какой-то там 115 сезон, да, когда они были греческими богинями. И вот действительно у меня этот аромат ассоциируется вот с какими-то греческими богинями, то есть женщиной сильной, но в то же время роскошной, чувственной и прекрасный, просто какой-то небожительницей. У меня есть такой аромат, поэтому я себе подарочный набор брать не буду. Если бы у меня не было этого аромата, я бы его взяла себе в подарочном наборе, даже не задумываясь. В общем, вот такая коробочка, но в подарочном наборе вот такой коробочки не будет. Будет просто вот такой полноразмерный парфюм, который выполнен в таком формате женской фигуры и действительно выглядит как Оскар. Оскар настоящей женщине, да. Здесь написано Divine. Ну, очень красиво, да, вот эти флаконы в форме женских фигур, как модно было в 90-х. Ну, я считаю, что это, ну, тоже это уже классика, да, уже никого этим не удивишь, но смотрится все равно здорово. Роскошный аромат. Просто, действительно, это, если летом ты хочешь быть дивой. Вот, это парфюм классный. Я его заказывала прям в самом-самом конце августа, в сентябре. Поэтому я его не успела, так скажем, много использовать. Но зато я использовала две миниатюры за лето. Представьте себе. И поняла, что этот парфюм мне точно нужен в полноразмерном формате. Следующая акция, на которую я рекомендую обратить вам внимание, это Super Touch Giordani Gold за 399 рублей при заказе любого продукта из данного каталога или на сайте oriflame.ru. В период действия вот этого периода, вот этого каталога, кроме покупки самой туши. Вообще тушь шикарная. За 400 рублей хорошую тушь сейчас, ну, действительно, надо поискать. Надо караулить акции, караулить скидки, чтобы рублей там за 300-500 взять хорошую тушь. У меня такая супер тушь была. Вот она у меня уже как бы закончилась, да. Не засохла, но она уже закончилась. Я там уже, знаете, вот так вот уже делаю для того, чтобы накрасить реснички. Она у меня уже просто кончилась. Потому что, ну, как бы я крашу ресницы каждый день в несколько слоев. Чем отличается... Нет, давайте так. Что хорошего в этой туши для ресниц? Во-первых, очень удобная силиконовая щеточка. Я люблю силиконовые щеточки. Во-вторых, она в меру кремовая. То есть, с одной стороны, она здорово прилипает к вашим ресничкам, дает им объем, удлинение, подкручивание, хорошо фиксирует ресницы. Так может только достаточно плотная жирная тушь. Сухая тушь ничего этого с ресницами не сделает. Ее можно наслаивать, при этом она не осыпается. Но часто минус вот такой жирной туши, да, вот такой плотной, которая дает вау-эффект на ресницах, это то, что ее просто невозможно смыть, потому что она масляная, и она даже после использования мицеллярной воды, гидрофильного масла, она у вас вот размазывается под глазами, потому что это такое черное угольное масло. Вот здесь эту тушь смывать несложно. Я прохожусь сначала мицелляркой, потом гидрофильным маслом или гидрофильным бальзамом, и все смывается, все получается хорошо. Вот такая вот супер тушь после перевыпуска, дизайн немножко поменялся. Сейчас у меня в использовании старая супер тушь, то есть та, что была до перевыпуска, достала из запаса. И мне до перевыпуска супер тушь очень нравилась. Я думала, что
как бы лучше ее уже не сделают, и что лучшее враг хорошего, и я боялась, что будут там что-то переделывать и сделают какую-нибудь ерунду. Знаете, бывает, к сожалению, и так, но что хочу сказать. Если сравнивать старую супертушь и новую супертушь, новая супертушь мне нравится больше за счет того, что у нее другая щетинка. Вот видите, старая супертушь, у нее щетинки достаточно редкие, поэтому они могут немножко склеивать ресницы. А новая супертушь, у нее классная щеточка, где много-много коротких, ну тут не только короткие, щетинки разной длины, и они круто прочесывают реснички от самых корней. Вот просто посмотрите, да, вот она новая супертушь, вот она старая супертушь. Посмотрите, просто сравните щеточки, и вы поймете, что у новой супертуши щеточка намного удобнее, намного круче эффект она дает. Поэтому, если у вас там в запасах заканчивается тушь, ну, особо никаких условий тут выполнять не нужно, да, просто купить что-нибудь по каталогу и заказать себе супертушь за суперцену. Также выгодные цены на наши хиты. Астаксантин и экстракт черники или интенсивно подтягивающие капсулы для лица Royal Velvet по суперцене при заказе на 1500 по этому каталогу или по сайту. В общем, по суперцене витамины будут стоить 1800. Здесь я вам ничего сказать не могу, потому что я их не пробовала, я их не покупала. Хвалят, да, но я не какой-то суперсторонник БАДов, чтобы их там постоянно пить и так далее, поэтому ничего я сказать не могу. А вот, вот эти капсулки для лица за 1300 вы можете приобрести. Вот они нравятся моей маме. То есть это уход 40+, идет, я не пробовала, я ничего сказать не могу, но моя мама, она заказывает их уже не первый раз. И, ну, я не знаю, может быть, в этот раз тоже закажет. Это такие рыбки, да, у которых вы откручиваете хвостик и саму жидкость наносите уже непосредственно на лицо. Интенсивно подтягивающие капсулы с комбинацией из 5 питательных масел смягчают, выравнивают, сокращают морщины. Ну, в общем, все, что нужно возрастной коже. Ей нравится, а как бы моя мама, ну, она тоже, так скажем, в косметике разбирается, и абы что она на себя мазать не будет, а уж повторно покупать так тем более. Поэтому присмотритесь, их можно использовать и утром, и вечером, и курсом, да, то есть ежедневно, и можно использовать по мере необходимости, да, когда хочется оживить цвет лица, когда хочется выглядеть как-то особенно хорошо и привлекательно. Знаете, пока выгодные цены, надо брать, что я могу сказать. Следующее, на что ваше внимание обращаю, у нас сегодня видео под эгидой «Да, рефилом», потому что у нас выгодная цена на рефилы средств для интимной гигиены «Феминель». И при покупке двух рефилов цена каждого 169 рублей. Но это очень выгодно. 300 миллилитров хватит вам их. Ну, я не знаю, мне, наверное, 3 флакона примерно, да, где-то 3, наверное, флакона мне хватает на год. То есть у вас тут, ну, полугодовой запас точно, если не больше. По акции у нас идут освежающий гель для интимной гигиены с черной смородиной и лотосом. И вот такой вот защитный гель для интимной гигиены с экстрактом натуральной клюквы. У меня сейчас в использовании как раз вот такой вот красный гель, а голубенький стоит в запасе. Я брала в первом каталоге, по-моему, да, у нас там акция была, тоже 3 средства покупаешь, будет выгодная цена. Вот я себе тогда брала, затарилась на год, короче говоря. Мне очень нравится этот продукт. Одного нажатия хватает полностью для проведения гигиены. Я уже говорила 1000 раз, да, и во время там беременности, и после родов, и в период лактации, и во время критических дней, и каждый день, и утром, и вечером, и по мере необходимости можно использовать данный продукт. Он гинекологически протестирован, в составе молочная кислота во всех вот этих продуктах, и очень хорошо очищает, и как бы все прекрасно, ну, все, что нужно
Все, чего мы ждем от хорошего средства для интимной гигиены, все здесь есть. Никакой аллергии, в общем, все прекрасно. Могу рекомендовать по очень выгодной цене. Опять же, если у вас есть вот такие вот упаковочки, да, ну смысл переплачивать за упаковку, когда можно купить рефилы. Если у вас нет такой упаковки, я думаю, это не страшно, можно перелить в любой другой бутылек, ну, на самом деле, да, и пользоваться с дозатором. Кто-то не любит, например, вот такие бутыльки с дозатором, но перелейте там в упаковку от любого шампуня, главное, не перепутайте потом, где у вас там что, и будет вам счастье. Поэтому я проблем вообще не вижу, даже если у вас нет таких средств, или вы хотите познакомиться, да, с вот этой вот линеечкой и раньше никогда не покупали, то, наверное, рефил это даже и повыгоднее купить, потому что, ну, мало ли, вдруг не понравится, будет хотя бы не так обидно. Ну и на последней страничке у нас идет кремовая губная помада One Color. 159 рублей всего лишь. Я читала, что люди страдают из-за того, что этой помады нет. Какие-то там компоненты, что ли, не могут завести или упаковку. Ну, короче, что-то пошло не так. Но я думаю, что раз эта помада по акции идет, по суперскидке и в конце каталога, то, наверное, все наладили. Наверное, помаду выпустили и будут ее активно продавать. Кремовое покрытие, плотная кремовая формула, ухаживающий комплекс, яркие пигменты, широкая палитра. У меня были такие губные помады. Ну, знаете, я смотрю пару блогеров, которые рассказывают именно про Oriflame. Кто-то вот прям хвалит, говорит, это там такая супер помада, она там вообще роскошная, шикарная, как будто она стоит там 100 тысяч миллионов, а на самом деле 150 рублей. Нет, нет, я не соглашусь. Ну, она вполне соответствует цена-качество. Если вы не привередливы в плане помад, если у вас, например, там дочка-подросток, да, то можно брать эти помады вообще смело. Если бы мне там, когда мне было лет 15-16, купили такие помады, я бы вообще прыгала до потолка и радовалась. Да? Мне тогда мама покупала там, как называлась линейка, Very Me, по-моему. Ну вот что-то такое тоже, по-моему, вот такая подростковая какая-то линейка была. Вот я прям была очень рада таким помадам. Но вот здесь что-то из этой же серии. То есть для меня она немножко пластилиновая на губах. Но это лично мое ощущение, да. Для меня она пластилиновая, для меня она невкусно пахнет и сильно как-то плотно ложится, я ее ощущаю. Но здесь у нас все на любителя, опять же. Поэтому если вам помада нравится, то смело можете брать. И знаете, я себе тогда эту помаду покупала для того, чтобы понять, вообще хочу ли я носить какие-то бежево-кофейно-нюдовые оттенки, да. Попробовала и поняла, что да, мне нравится, и стала, так скажем, развиваться в этом направлении, покупать уже более дорогие помады таких оттенков. То есть для того, чтобы понять, ну, например, подходит ли вам помада там оттенка сливы, да, или там темный красный, ну вот в принципе, комфортно вы себя с такой помадой чувствуете или нет? Можно купить дешевую помадку, поносить ее там дома, я не знаю, ну, пару раз там выйти в ней на улицу. Если комфортно, то можно купить уже там, ну, One Color, например, или Giordani, или в магазине где-то купить. Вот, то есть такой лайфхак. Я так делаю. Покупаю какую-нибудь недорогую помаду или какие-нибудь, знаете, там, подойдут ли мне, я не знаю, там, красные тени, например, да, то есть я сначала куплю какие-нибудь недорогие красные тени, чтобы вообще понять, мое это или не мое. Если мое, я потом уже себе палетку куплю, да, красную, вот. Поэтому я вот так делаю, кто делает так же, напишите в комментариях, сколько нас. Будет интересно. В общем, вот такой топ-10 весеннего, 8-мартовского каталога у меня получился. Я надеюсь, что мой обзор был для вас интересным, полезным, что вы не только с пользой и интересом провели время, но и зарядились хорошим настроением. От всех ждущих весны я жду весенние смайлики в комментариях. Давайте будем активны. Действительно, я вот встретила Новый год, прошли новогодние каникулы, прошло Рождество. Все, я жду весну. Я в режиме ожидания весны и лета. Все. Ничего не знаю, у меня уже 8 марта. На этом все. До скорых встреч на моем канале. Всего вам самого доброго и главное, чтобы в душе у вас цвела весна. Пока-пока.